Здравствуйте, с вами Ольга. Хотела сегодня рассказать, чем же мы занимаемся с мужем на новогодних каникулах. А, точнее, мой муж занимается, а я его снимаю, хожу вокруг. Дом мы сейчас свой не достраиваем, потому что зима идет. Вот Дима сварил свои вроде как ворота, доварил. Собирается сейчас делать навес. Продолжать для трактора и машины. Но перед этим он решил испробовать свой инструмент трубогиб и решил попробовать сделать мои арки. Так что я очень-очень рада, очень-очень счастлива этому. Дети тут стоят и набросились тоже на этот инструмент. Им очень хотелось повертеть его, покрутить, вырывали друг у друга его. Так что, можно сказать, совместными усилиями мы согнули арки. Вот, так что папе они, конечно, помогали. Ну вот, и делаем мы арки из профильной трубы 25 на 25 и из сварной сетки с ячейками 100 на 100. Конечно же, я хотела со всякими узорами красивыми, чтобы там финтифлюшки всякие были, но это очень долго гнуть. Все времени заберет много, поэтому мы решили ограничиться сеточкой. Ну, я, в общем-то, очень рада. Для меня главное, чтобы это было все, вся конструкция устойчива, потому что, конечно, то, что там мы покупали или там временное, все это очень неустойчиво, это все падает, все это и смотрится не очень. Вот. Так что, короче, сделал он за это время у меня две арки. Двухметровую и трехметровую. А вот это как раз арочка трехметровая. Она выглядит сейчас большой, ну, потому что пустынно, зелени нету. Но в планах у меня еще продолжение ее сделать. Но это потом уже покажу. Ее вот осталось покрасить. Это мои клематисы, которые на временных опорах сейчас бедные, несчастные мои растут. Очень люблю клематисы. Я вот эти большие клематисы перевезла с маминой дачи. У нее они росли, великолепно цвели на глине с высокой грунтовкой. И также вот вы видите, у меня они цветут на песке. Считаю, это неприхотливая культура. С ней никаких заморочек нету. На зиму я их обрезаю, это третья группа обрезки. Укрываю ее же листвой. И так оно у меня зимует. Вот, клематисы я очень люблю, заказала их до этого еще, и на эту весну я заказала из некоторых мест, также я заказала клематисы у Светланы Александровой, я смотрю ее канал, мне очень захотелось заказать тоже ее клематисы, хотя они стоят дорого, но я решила посмотреть, попробовать, заказала у нее двухлетние и четырехлетние саженцы. И хочу посмотреть разницу, в чем разница двухлетнего и четырехлетнего. Буду делать обзор вместе с вами, будем смотреть. И хочу посмотреть, как стартуют эти два растения. Двухлетнее и четырехлетнее. Имеет ли смысл покупать четырехлетнее? Может быть, вполне и двухлетнее будет хорошо так же быстро расти. Вот, а что буду делать обзор, будем смотреть вместе. Еще вот я заказала у нее княжики. Княжиков не было у меня никогда. Так что первый раз буду тоже смотреть, как они будут расти. Буду вам показывать. Они морозостойкие, их не обрезают, поэтому, конечно, я заинтересовалась. Вот, попробуем. Ну все, так что ждем обзора. До свидания.